В регионе продолжается программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Вместо старых домов, где жить опасно, люди получают новые уютные квартиры. Лишь один из примеров – семья Яшиных. Летом они получили ключи от своей новой двушки в благоустроенном районе возле парка Прибрежный. До этого жили, а точнее выживали, на Герасимова. Дом был построен еще в 40-х годах прошлого века. Стены разрушались, потолки осыпались, а полы и лестницы покосились. Новое жилье словно небо и земля. Новая квартира нравится. Хорошо, тепло у нас. Ну, все, как говорится, нам подходит. И их площадь нам большую дали. И зал, и кухня, и спальня большая, и кухня большая, самое главное. На традиционном стройчасе Алексей Русских отметил, в регионе на 90% законтрактованы жилые помещения для переселения жителей аварийного фонда в 2023. Это значит, что в следующем году область вновь получит федеральные средства и сможет быстрее расселить людей из аварийного фонда, как и планировалось ранее. Только до конца 2023 должны переселить более 1000 человек по ускоренной программе. В этом году уже переселили 330 человек. А всего по данному этапу за 2 года в новые благоустройства устроенные квартиры переедет 526 жителей региона из 8,5 тысяч квадратных метров непригодного жилого фонда.